защите мы однозначно сыграли намного лучше, потому что пропустили меньше очков, чем вчера. Всего лишь 37 пропущенных. А в нападении у нас не все получалось по сравнению со вчерашней игрой. Соперники вы как вчера, тот же состав. Но девчонки молодцы, боролись до конца. Для нас это очень хороший опыт. И я думаю, в будущем мы еще встретимся. Я довольна своим выступлением, выступлением команды. Хоть у нас было много ошибок, но мы все равно старались. Пытались выложиться на все 100 и исправить ошибки, которые мы разбирали на видео. И подвести итоги сбора, которые провели в Go-парке. Мы пробовали разные вариации игроков, не тех сочетаниях, которые пробовали до этого. И они показали, что это тоже интересное сочетание игроков. Ну и после определенных слов на скамейке команда начала играть действительно в агрессивный баскетбол. Но главное было такого, чтобы не было расслабления, как после вчера была большая победа, был крупный выигрыш, и потом есть такой момент расслабления. Вот самое главное, команда уже взрослеет и не допускает таких ошибок. Очень сплотило, нам все понравилось. Здесь все другое, по-другому говорят. Здесь другие деньги, и это очень классно. Мы стали очень дружной командой. Лучшие, лучшие друзья. Наверное, надо полы мыть. Некоторым игрокам 2004 года я хочу пожелать расти дальше и стать игроками уже национальной сборной. У них есть все для этого. Главное, дальше продолжать так же упорно трудиться, как они трудились до этого несколько, так скажем, лет, несколько сборов. А девчонкам более младшим я хочу пожелать, главное, без травм и дальше упорно работать и работать над собой. И у них все обязательно получится.